Я читаю книгу Исход, главу 33. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хиттеев, ферезеев, евеев и евусеев. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово это, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его Скинией собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан. А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, чтобы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что эти люди — твой народ». Господь сказал, «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». И сказал Господь Моисею, «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». И сказал Господь, «Я проведу пред тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо».